гредровать на дорогу Жуковки. Много идет споров, дает он эффект или нет. Посмотрим сами. Вот мы на улице Калинина. Дорогу на раз или два в этом году гредровали. И что мы видим? Песком подсыпали, грунтом. Колдобины ружи везде. Деньги тратятся, а толку никакого нет. Не ручился один раз или щебни насыпать, или какими шлаками откуда, как это в Брянске делается. Там такие ремонты на многие годы, а у нас что? Списываются деньги на постоянное кредитование, а результатов никаких нет. Вот эти дороги были кредитованы, наверное, раз или два в этом сезоне. Что мы видим? Каждый день кредитовать, списывать деньги на кредитовку это или что? Не пройти, не проехать. И песок сыпали многократно, и землей ямы засыпали, они все появляются вновь. Ясно, что надо тяжелые какие-то, не грунт, песок, а или щебень сыпать, или отходы какой-то бетонного производства, или шлакоблоки поломанные, как в Брянске. Там отходы доменного производства сыпят, там дороги намного лет засыпают, а у нас что? Каждые две недели вот дозер пускать, не дороже это будет, чем один раз делать раз и навсегда. Пройти невозможно. Все водой залито. Вот так грейдерую дороги ради галочки. Ну, естественно, деньги списываю на работу грейдера, на топливо, на зарплату. А результаты жители как плавают, друзья, так и плавают. Вот эту дорогу грейдеровали, песок подсыпали уже в этом году многократно. И что? Лужа только больше становится. Полотно дороги ниже, чем клумбы, поэтому вода стекает не на клумбы, а на саму дорогу. Это уже день после дождя прошел. Вчера было еще хуже, вообще пройти нельзя было. А жители должны плавать в резиновых сапогах уже многие годы. Причем никакого другого ремонта на им не обещают. Передарование эффекта не дали никакого. Тут смотрим то же самое, эффекта никакого. Все в воде тонет. Только на тракторе ехать. Все затоплено. Так эта вода уже спала. Вчера, когда шел дождь, тут была почти полностью водой залита. Если бы сделали щебенкой или шлаком посыпали, такого бы не было. Что грузовики разбивают ямы и опять в воде. А так жители Чайковской Калины, заложники дождя и погоды. Только дождь прошел, из дома можно только выплыть. Ни люди не проходят, ни машины не едут. Все утоплено в грязи. А когда снег начнется, здесь на тракторах утонуть можно. Можно подвести итог. Гредерование дорог – это факт, не дающий эффекта для дорожного строительства, но хороший для тех, кто может списать деньги на это действие. А пользы никакой. Песок сыпали, грейдеры работали, а лужи как стояли, так стоят. Через неделю-две еще хуже будет. Видите, что творится? Дороги опять раздавлены, песок продавился, его разнесли по всем окрестностям. Полотно дороги ничего не ручается. Ни пройти, ни проехать. Здесь вообще потоп. Утонуть можно. Клей только для УАЗиков. От гредрования дорог пользы никакой. Лучше не стало.